Итак, эксперимент начинается! Булсон разгоняется, берет разгон! И давай! Глубокая яма с водой на квадроцикле! И... опа! Окей, всем здорово, чуваки! С вами, как обычно, я Раюх, и мы продолжаем играть в размер КРМП на 13-м сервачочке вместе с Булсоном. Здорово! Всем привет-привет! И сегодня, ребята, мы кое-что с Булом придумали. Посмотрев на мой квадроцикл, мы придумали кое-что прикольное. А если купить Буйволу тоже квадрик и поехать месить грязь? Вот как тебе такая Буйвол идея? Просто опупенная, да? Мне кажется, будет очень круто вдвоем, брат, у нас постоянно одно веселье, вообще топчик. О, хочу, да. Хочу к врачу, ребят, поэтому сегодня мы поедем покупать Буйвол квадроцикл и потом погоним уже кататься по грязи. Погоняем вообще с кайфом. С тебя лайкосик, с тебя подписочка, смотри до конца, будет очень круто и интересно. Ну и, конечно, если ты кушаешь, приятного тебе аппетитика. Ну а как со мной поиграть, ребята, все ссылки в описании, а если поподробнее, то сейчас тебе все расскажу и покажу. Все очень просто, ребята. Нажимаешь на название, переходишь по первой ссылочке. У тебя открывается сайт, нажимаешь регистрация и вводишь свое имя и фамилию на английском. Имя, потом фамилию, вот так вот. Тут нужно ввести электронную почту, придумать пароль, поставить галочку и нажать зарегистрироваться. Тебе придет код на почту, вводишь его, подтверждаешь. Опачки, все, почти готово. Нажимаешь на крестики, теперь нам нужно закачать игру. Загрузить, нажимаешь. Переходишь на сайт и нажимаешь установить. Ждешь скачечки, ну зависит от интернета твоего, да? Быстро там или медленно. Все, играть, нажимаешь тут, разрешаешь как бы. Почти готово. Тут нам нужно загрузить обновление. Да, загрузить нажимаешь, оно у тебя закачивается. Вводишь свой никнеймчик и выбираешь 13-й сервер. Я играю только там. Нажимаешь далее, играть, вводишь свой пароль от аккаунта, который ты придумал при регистрации своего аккаунта. Все, нажимаешь войти, тебе еще раз на почту придет кодик, ты его тоже вписываешь, и вот он, Hustle Online, ребята, вы зашли, поздравляю. Теперь вы готовы играть и покорять этот мир GTA на телефонах, ребята, всех жду. Ну и, конечно, в игре не забывайте вводить мой промокод Райлюха, который даст вам бонусные бабосики. Очень просто, в чатике просто пишешь пи-код и все, вот промокод. Так было. Короче, садись ко мне на квадроцикл, получается. Давай, самое, мы его заправим немножко, потому что бензинчика у нас не хватает. Удобно сидеть, а, братан? Удобно! Посмотри, как сижу. О, как на диване! Удобно, как да? На диване, чичеване. Как на диване, чичеване. Так, берем, получается, заправляем квадроцикл. Так, какой у него бензин? Вот этот, получается. 92-й, наверное. 92-й. Так, на ЗС закончился. Чё? Данный тебе бензин закончился! Ё-мо, ладненько, окей, если по пути будет, короче, заправку, то мы заправимся, в принципе. Так, все, погнали. Погнали, босс, сейчас я тебя довезу, получается, до мото-вело-салона, так скажем, да? Правильно? Yes, правильно, yes, да. Yes, yes, yes. Ты возьмешь себе красненький, красивый квадроцикл, и мы будем уже кататься. Мне кажется, вот просто офигенно, и ребяткам очень сильно понравилось, потому что я уже давно такое хотел, как бы сделать. Ой, ё-моё, чуть не впереди. Дюрился. Черт, я это. Повороты перепутал, левишь, правишь. Так, вообще, ё-моё, Бозон, ты как вообще? Нормально как делать? Не приболел, все хорошо? Я не приболел, все у меня хорошо. Но, блин, брат, я в предвкушении покататься на квадриках. Мне кажется, это очень здорово. А по внедорожью, прикинь, по бездорожью. Бэмс, бэмс, бэмс. Будет вообще бомба, да, вот просто бомба. Поэтому давай, петля уже, покупай квадрик. Я тебя подожду вот тут вот. Давай, давай, жду, жду, жду. Вау, Булсон, нифига себе, ты, блин, быстрый. Ты уже купил. Поздравь меня с покупочкой. С покупочкой, братан. Вот это ты, конечно. Ну, давай, погони. Погоняй, погоняй. Давай-ка, давай-ка. Давай, газочку, давай. Газочку, газочку, давай. Нифига себе, пошел. Закладывай, закладывай. Что там закладываешь? Смотри, опа, подрезочка. Нарезочка колбасная. А ну, ё-моё. А ну, сейчас догоню. Давай, сейчас догоню. Бам. Опа, вот так вот, ДТПшка. Так, братан, конечно, мне кажется, у нас очень стилевые с тобой квадрики. Вот если даже посмотреть, они у нас, в принципе, одинаковые. Ну, видишь, я просто на свой еще винильчик ставил, да? Но, блин, у тебя в красной
расцветочки тоже нифига себе, блин. Слушай, я тебе что могу сказать? Что сказал? Смотри, сказать? Я тебе пятюнечку дал. Смотри, пятюнечку дал твоему квадрику. Смотри, видишь? Пятюнечка. Пятюня полная. Братская пятюня. Кстати, босс, я совсем забыл у ребят спросить, как у вас дела? Как ваша погодка за окном? Как ваше настроение? Пишите обязательно в комментарии, потому что комментарии я читаю, лайкаю, а сам крутой комментосик попадает ко мне в видосик. Не упусти свой шанс попасть ко мне в видео, да, ребят? Так, блин, мне бы, конечно, вот заправиться, реально. Вот почему на заправке нету бензина? Так, ну, в принципе, там по дороге еще должна быть заправочка, поэтому погнали за мной как раз-таки сейчас и на скорой затестируем наш квадрик. Опачки, оп. Вау, брат! Вот это я, конечно, вылез. Нифига себе, меня просто смыли нафиг с дороги. Так, погнали, короче, мы, получаем, сейчас выйдем на дорогу. Налево сейчас, давай ты, брат, поедешь первый, я за тобой. И просто налево, и по дороге прям по главной налево фигарь. Давай, опачки, давай. Вау, оп, аккуратно. Право-лево, смотрим, а то сейчас поехал. Собьем нафиг кого-то еще. Ё-моё, нифига себе. Фигарь, о, фига, а попробуй от первого лица. Фига себе. А это не это? Я просто, а, нет, мы, брат, тут были, мы, да? Тут были, тут нихера нету. Поэтому погнали дальше, потому что дальше должна быть еще одна, ребята, заправочка. Сейчас мы заправим мой квадрик, потому что у меня, ребят, сколько там? 9 литров. У тебя сколько, брат, литров? А? У меня 141 литр. 140... Нет, подожди. У тебя 141 литр бензина? Да. На квадроцикле? Ты врешь. Но он же новый, брат. Ты он врешь, же новый. Брата. Нифига да себе. Да правда, 140 Нифига литров. Себе. Блин, вот я смотрю уже. Даю. Вот, а подожди, а у тебя тоже 101 километр в час максимальная скорость, интересно? Да. Да? Да? А, ну мы и стой, 7 смотри. Километров пробега. А, равняк едем прям. Равняк. Смотри, опачки. Мы... Прям. Оп! От, козел. Козя, оп! Подбил меня! Вот ты, гаденыш! Чё творит, а? Чё творит, говнюка? Блин, где заправка-то? Она тут должна уже быть, в принципе. Где-то по дороге. Где-то по дороге. А я уже чую. Чую бензинчика пахнет. Ну-ка по карте глянь, она здесь или не здесь? Где-то тут должна быть. Тут вопрос, конечно, интересен. Интересен, да? А вот она тут. Чуть-чуть. А, да! А, так тебе тут подарок. Тебе тут подарок давал. Я помню, дарил. Это самый, блин, ты специально сделал так, чтобы я открыл карту, и ты меня обогнал, да? Ага, сраку. Сраку тебе, сраку. Я тебя догоню. Я все равно буду первый. Я буду первый. Иди ты в жопу. Я буду первый. И на заправке первый. И я всегда тут первый. И на заправке первый заправляюсь. Я уже единым старым бензинчиком. Брат, у меня 29 литров полностью почти. А как у тебя 141 литр, братан? У меня 140 литров. На 30. Ты чё, братан, ты как? У тебя там чё, какой-то бензобак гигантский. Двойной. Всё. Короче, заправились мы, получается, по максам. Ребята, кстати, еще вот оцените наши квадрики, получается. У кого круче, у Былова красненький или у меня вот такой вот красивенький с винильчиком? Ну вот просто, вот, а просто вот оцени в комментике. Обязательно. Чё? Стой, стой, брат. Чё? Ты я говносечку посмотри увидел? Налево. Говносечка. Посмотри. Ну, говносечка, давай ты чё? Давай туда, брат. Туда, брат? Уа! Ё-моё, чуть не сбили нафиг. Ну, давай смерть. Посмотрим, сможем ли мы тут вообще проехать. А, тут у нас кюветик с этим самым. Иди со своим этим самым. Ну, с этим, с речкой. Я могу ехать? Братан, смотри. Чё, блин? Офигеть. Я прям по говносечке смотри. Еду. Аккуратно, брат, аккуратно. Придурок. Аккуратно. А ты заедешь потом наверх, а, брат? Ай! Ё-моё, а ты, наверное, потом заедешь, опачки? Сейчас ё-моё! Попробую. Я тоже перевёрнусь, брат, сделал! Как мы вообще ездим? Как? Офигеть! У меня тачка заглохла нафиг. Заглохла? Да. Смотри, оп, оп, давай. Нифига, а ты, а мы тут заедем обратно? Интересно. Да, ты заедем, братишка, вот, смотри. Любопытничь. А смотри, кто первый заедет, кто первый? Кто заедет? Ты чё, офигел? Последний заедет, тот лох. Я, походу, лох, потому что я тут не заеду. Нет! Сейчас, 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 давай, блин, давай, ребята! Давай, разгазоваться! Козёл! Ты козёл, буйвол! Я должен первый заехать, не ты! Нет, нет, ё-моё! Подожди, последнее, самое сложное! Просто пипец, блин, я вообще самый низ улепетал, блин. Все было, туда мы больше не заезжаем, мы еле выехали просто, давай по кюветику! Дорожечка! По кюветику раз, просто фигарим! Ничего себе!
Как на скейте. Как на скейте. Вау! Нормально! Вау! Смотри, вот парда, мы... парды! Чик! Вау, смотри, нифига красота, да? Опа! Ну-ка! Опа! Чё творим? Главное... Чё творим? Слушай, о, мы так не можем перевернуться. Перевернуться можем, всегда можем. Брат, мы только что еле выехали с тобой. Мы с тобой можем все что угодно. Ё-моё. Смотри, а тут смотри, речушечка такая маленькая. Ну как маленькая? Ну вот чисто колесики помыть. Раз! Сбоку так проехать. Ты что, не утопи, не утопи! Не утопи! Ё-моё! Раз! Я же говорю, чисто помыть колесики. Топиться не надо. Не надо топиться. За карасиком. За карасиком. Так, братан, погнали опять... В этом кюветике нафиг профигарим. Мне кажется, так мы скоро и до деревушки доедем, в принципе. Уу! Нифига себе, я лечу куда хочу! Вау! Блин, жалко! А его, кстати, а его можно прокачать на тюнинге? Нет, на тюнинге нельзя. Я вот когда покупал квадрик, я пытался прокачать еще чип-тюнинг, ну, сделать, да, получается. Ага, но ага. Нельзя. Там так сделать, к сожалению, нельзя, блин. Но можно так раз! Просто трюкать, блин. А прыгает он чётенько. Прыгает вообще, братан, чётенько. Но нам бы найти бы какую-нибудь деревушку. О, стой. А если вот в эту заварушку заехать? Смотри, берем, вот так вот, смотри. Передними колесиками раз. О, раз. Нифига ты пропороздил. Нифига пропороздил. Видали, ребят? Просто взял и прошмыгнул, блин. Нефиг делать, да, буйвол вообще? Вообще. Разогнался. Толчок. Ой, ё-моё. Тут, блин, Фрэнк стоит. Фрэнк из тачек стоит. Пипец. Опа, ну это трюкаешь, смотри. Смотри, раз. О, фига. О, смотри, смотри, что могу. Что такое? Нифига себе. Нифига себе. Блин, нам бы найти деревушку ту, где мы с тобой катаемся, она... А, подожди. Так она, в принципе-то, неподалеку. Давай-ка поедем мы по дороге, и прям до деревушки сейчас мы как раз-таки верим. Ты где? Вообще, я чуть-чуть тебя потерял. О, разогнался. Еду. Ага, разгончик взял. Давай прям по полю. По пшеничному. Сюда. По полюшку. Смотри, где фигарим. Нифига себе. Капец, пшеница. А ты что, баг используешь? Ты типа багом фигаришь? Но он не ускоряется багом. Это только на мотике же, вроде как. Не работает баг. Смотри. Опа. О, смотри, колея. Вау. Фига меня заносит тут. Ё-моё. Ты что толкаешься, козява? Да меня вообще. У меня руль вылетел из рук. А, понятно. Ну ты держи покрепче. Опа, нифига карковка. Смотри. Че, застрял, брат? Опа. Смотри, я прям катаюсь в этой колее. Ё-моё. Это капец. Блин, а че? Капец ее носит, согласись? Носит пипец. Прям вообще. Носит вообще. Вау! Вообще. Ты че, тебя развернуло, что ли? Да. Мы, кстати говоря, уже близко около деревушки. Так, перекрестиваемся. Тут у нас циркушечка. Так, проедели. И нормально, помолились. Так. Проедели. Проедели. Хорошо сказано, да, брат? Я знал, что тебе понравится. Фух, так, ребят, мы доехали до деревни. Деревня называется как? Иваново. Так, мы доехали. Ну пусть будут эти синтуки. Так, подожди. Тут у нас получается детские эти самые. Сказки. Сказки. А ты где? Да вот они. Так, поехали до деревни. Мы еще до нее, оказывается, не доехали. Я думал, это деревня. Это не деревня, это городок, поселок Волга. Так, поехали дальше. Давай, багом, багом. Да, блин, вот жалко, баг не работает. О, ну да. А я могу на дыбки встать, смотри. На дыбочки. Раз. Тихо тут, кювет, аккуратно. Брат, хилься. Хилься, скорее хилься. Хилми, брат. А у меня нет аптечки. Стой тогда, сейчас я тебе дам аптечку. А у меня тоже нет аптечки. Ну ладно, поехали. Так нам в аптеку, получается, надо. Обратно, брат. А то сейчас ты умрешь, у тебя жизнек нету. Ну давай, 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 до аптечки быстренько. Давай, до аптеки фигарим, потому что если сейчас ты один раз упадешь, второго раза у тебя не будет. У тебя второго раза не будет, потому что ты просто умрешь. Сдохнешь. Ну да. Все, поэтому нам надо приехать сейчас до аптеки, а она где-то тут неподалеку. Блин, я надеюсь, она неподалеку, потому что искать еще аптеку... Это, конечно, такая. Я надеюсь, она там вообще недорогая какая-нибудь будет. Да а нет, то сейчас дерут бабок. Да нет, тут только импортная. Заворот, ага, делай. Заворот. Все, сюда фигарим. Дорога тут, конечно, фиговая. Но давай, в аптеку заходь. Покупай все, что надо. Ну ты, кстати, тоже зайди, прикупи себе аптечек-то. Так, аптека низких цен, брат, для нас. Аптека низких цен. 303 рубля. Закупай сразу просто enter. Фигарь, enter, enter. Много раз. Enter. Все. Ага. По максам закупились. Все, погнали. Чётенько. Дальше. Сейчас погнали дальше. Все, хилми, брат, съел. Прописывай сразу, потому что если у тебя не будет шизик. Ой, а где мотоциклы, брат? А где квадрики наши? В смысле? Что-то я не понял.
Подожди, а ты где-то его спрятал, что ли? Нет, он был тут. Ты нафига его на крышу поставил, буйвол, Сан? Ты что, дурачок, ну, что ли? Ну а чё, немножечко так, ну так, ну немножечко это, перепутал. Прикиньте, мы сейчас палкой в сарайке просто этот вонючий квадроцикл, блин, выпинывали. Буйвол, ну ты даёшь, конечно, вообще, всё, в деревню, срочно в деревню. Так, а ты куда? Срачником! Деревня, она вроде чуть-чуть правее, как, насколько я помню. Ну так, я чисто по навигейшену еду. А? Ты не боишься вот тут через этот бугорчик фигачить? Давай, давай, давай. Опа-на, аккуратней. До большой скорости. Левич. Нету мне покорности. Нифига себе, мы тут навалили джазу. Все, по лесику прям. Где деревня-то? Должна быть здесь. Брат, а ты боишься кабанов? Кабанов боишься? Кабанов, ну так, чуть-чуть, побаиваюсь. Не боюсь, побаиваюсь, брат. А что? Я буду, мало ли тут будут. Нет, тут реально, ребят, кабаны, медведи, вон медведя. Ой, просто один раз медведь зафигарил в игре. Да было дело, было. Было дело. Просто разорвал меня, как тузик грелку. Как тузик грелочку. Ой, смотри, какой ручеёчек течёт. Просто глянь, загляденье, колёсики помыть. Раз. О, помыть, помыть. Помыть, помыть. Левое, правое. Тихушечка, значит, перекреститься надо. Так, ребята, тут вот где-то уже мы совсем неподалеку, потому что я помню все эти места. О, брат, а по ветке сможешь проехать? Я опа, вообще, опа, смотри, чпок, пошел на встречу фронт, наконец-то. Смотри, по камням. Раз. А если до скорости? Брат, на скорости? А если давай до скорости? Попробуй, а? Попробуй. Пожди, пожди, по ветке, пожди, или по пожди камням? По ветке, по ветке. Опа! Вообще не почувствовал, просто перепрыгнул. Ой, нифига себе. Ну-ка, а если я на скорости? Берем, разгоняем. Бам! Изи, брат, вообще изи. Легчайшим, легчайшим образом. Не почувствовал даже, вообще, как даже как комарик укусил, короче. Так, ага. И все. И мы на заезде в деревню, ребят, наконец-то. Вот вы, наверное, нам скажете, вы дураки. Вы что, так долго ехали в деревню? А мы вам знали, что ответим, да. Да, так долго да, ехали в деревню. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Ой, какая красота. Ой, озерцо красивенькое, прудик такой, точнее. Может, вообще искупнемся? Бомбина. О, брат. Конечно, давай. Искупнуться. Давай, давай, давай. Вот так вот. Бомбочкой. Бомбоклад. Раз. Бам. Вообще. Бомбоклад. Бомбоклад. Оу, замечательно, братан. Наконец-то. Давно мечтал искупнуться и наконец-то искупнулся. Брат, чувствуешь тепленькая водичка? Тепленькая водичка, ты пописал? Ты пописал, да? Пописал, да? Рассекретил, что ли? Рассекретил. Рассекретил. А там желтое, потому что полилось, я так и понял сразу. Так, ребята, так, сейчас у босса слева вот такой прудик, брат, смотри, смотри. Раз! Давай, брат, твоя очередь. Спасибо, что подвинул. Подвинул, брат, немножко подвинул. А ты что-то лезешь, лезешь, опа, бомбоклад. Налево, брат, налево. Налево, братан. И тут у нас, что, брат, что у нас будет? А? Вспоминай. У нас тут березья... Деревья тут, нет, конечно, что тут будет, брат, у нас? Оффроуд трасса, брат. Так, ну чё, я первый. Попробую. Давай. Давай. Газку. Раз. Ой, нифига, не-не-не, брат. Опасно, опасно. Вот тут есть по краешку. По краешку. А-а-а. Бомбоклад. Ё-моё. Полный. Так, толкай меня. А нет, ладно, проезжай. Брат. Пипец, блин. Смотри, как я еду. Можете дергануть. Кошмар. Надо. Дергануть не надо, брат. Смотри! Нет, тут очень глубокая яма, чтобы тут на квадрике ехать. Я еле выехал, ребята. Короче, я не поеду туда. Я, да, не поеду, я боюсь. Не едь, не я едь. Боюсь. Не едь, не едь. Я не трус, но я боюсь. Так, брат, теперь давай ты первый по оффроуд трассе. Я за тобой, в принципе, поеду. Вон давай, туда. Давай. Тут начало. Сейчас... Поехали сюда. Затестим, затестим, брат. Давай. Давай, давай. Едь, я едь, тоже, брат, сейчас. О, через камни? О, ты, давай вопрос через камни. А, смотри, раз, опа-на. Не получилось немного. У тебя был фрагмент. Тебя дернуть? Подожди. Раз! Не! Брат! Дернул немножко. Ну не получается, брат. Короче, минус балл квадрикам, они не умеют ездить. Ездить по камням. А вот по березе. По березе вообще со свистом. По березе вообще нормально. Опа! А по дубу. О, брат, а по шину? А по шине? А по дубу? А по дубу? Че за пауза? А по шину смотри, брат. Ой, по шину, по машине, по шинке. Смотри, брат. Давай, 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 давай. Смотри, ага. Опа. А че я встал? Я это самое. Я это самое. Заглох, братан. Встал, как опа. Смотри, трамплин. Вау-вау. Бомбоклад. О, а если по пенькам проехать? Вот тут, брат. По пенькам? Берешь? Тут разгончику надо. Так, подожди. Так, ну-ка, давай. Давай, брат. Сейчас. 3, сейчас, 2, 1, показываю. Я опять заглох. Бомбоклад. Давай, смотри, 3, 2, смотри. 1, бомбоклад. Так, о, смотри, прям по палочкам. Смотри.
Давай. Смотри, брат. Давай. Все, чавкаешь. Раз, бам-бам, нормально, брат. Не, ну смотри, мы, в принципе, проехали как? Со свистом, в принципе. Но некоторые преграды мы так и не смогли преодолеть. Фига ты подлетел. Пригрень. Опа, мы не смогли преодолеть, потому что у нас немножко вот квадроциклы глохнут. У меня опять заглох, брат. Опять заглох. А чё у тебя он глушится? А я не знаю. Он у тебя с глушинкой. Не знаю, брат. Ёбай, у меня он дымится. Дымится? Опа-на. Дымится, опца-трипца. Дымится? Ём, а у меня тоже чуть дымится. Пипец, блин. Чуть-чуть починить. Ты хочешь починку сделать, брат? Да-да-да. Ну, если не трудно... Ты моему этому тоже починку сделай, дерни тоже его. Болтик этот, ага. Так, да, следующий. Энзе, он за, давай, брат, Энзе, он за клад. Так, бомба клад. Опачки, и я тоже сажусь. Раз. Ну что, починка есть? Все. Yes. А все, реально? Ты что? Фига, брат, спасибо, что дернул. Мастер, дай все руки. А подтолкни меня, дерни, я хочу сюда подлететь. Давай. Бомба клад. Бомба клад. Оп. Так, заглохло, что ли? Да ёшкин дрынчис. Да что ж такое-то? Раз. Не, брат, тут не столько. Не, ребят, короче. Короче, ребят. О, а из тут. Как казалось. Смотри, смотри. Бомба класс. Подожди, отоедь. А, давай, смотри, отъехал. Смотри, о, покурил. Смотри. Покорение. Эверенда. Нормально. Сейчас к тебе заберусь. Давай, попробуй. Это был бомба клад. Или что? Так, брат, ладно, давай-ка за мной поедь. Сейчас напоследок я кое-что хочу предложить. Давай, поехать давай. Под углом, брат. Под давай. Ты куда? Под углом не получилось. Так, брат, смотри. О, смотри! Нормально, фигарю. Смотри. Нифига, а ты реально уголок держишь? Уголок, да. Подожди. А я по циркулю измерил и еду. Так, по шинке, банч. Так, потом, а брат, как ты? А как ты у кольца сделал? У кольца? Смотри, нормально сделал, брат. Смотри. Чего? Ё-моё. Все пропустил, блин, так красиво шел. Да ладно, я поглядывал. Так, брат, напоследок я эти ведра предлагаю тебе сделать небольшой эксперимент. То есть, смотри, едь за мной. Сейчас будем небольшой экспериментик проводить. На квадроцикле по глубоким ямкам с водой. Так скажем, смотри, ты будешь первый, тут у нас есть глубокая ямка с водой, вот. Смотри, смотри, брат, я стою вот так, а ты с разгона дергай, с разгона, брат, вот так вот, то есть, смотри, покажу, да, вон оттуда, с разгона, вот так вот сюда делаешь бомбу-клад, прямо в эту яму. Ну это хороший разгончик нужен. Итак, эксперимент начинается, Булсон разгоняется, берет разгон, и давай, глубокая яма с водой на квадроцикле, и... Бомба-клад! Опа. А что, не едет, да, брат? Больше не едет? Все. Приплыл карасик. Братан, ко мне присаживайся. В мой. Опачки, давай. Смотри, сейчас дерну, то же самое сделаю. Опачки. Берем, подожди. Ты куда, брат? Ты что спрыгнул? Да ну ты что спрыгнул? Двери на распашку сделай. Так, все, брат. Я беру разгон. Все. Давай. Все, разгон пошел. Давай. Опа-на! Джамбо! Все. Джамбо с Квантос. А где твой? Брат! А мой! Так мой это запесочило, его засосало! Запесочило? Да ну нафиг его! Да! Мой тоже запесочил, засосало! Ребята! Короче, на. О! Стоп! Бомба клад! А че? Ага! Брат! Ага! У тебя тоже он так? А я не знаю, у тебя... Он у тебя тоже появился на... Ну, тут? На суше? Так его засосало и выплюнуло. Выплюнуло. О, ребята, с ума меня сведет просто эта серичка. Булсон, я тебе предлагаю в следующей серичке прикупить BMX-ики и просто пофигарить по домам. Как тебе идея? Просто всю серийку паркурить на BMX-ике, да? Просто. Как нефиг петь. Ну вот ты согласен, ребята. Да! А вы, ребята, тоже напишите в комментариях. Короче, это была прикольная серичка, смешная, угарная. Мне она очень понравилась, ребята. Спасибо большое за просмотр, за лайк, за комментарий, за подписочку. Вы самые лучшие, мы старались, Булсон, для вас, вам понять настроение. Напоминаю, то, что все ссылки в описании и сервачок 13. Ну, а с вами был Ралюха и Булсон. Желаю вам удачи. Мы снимаем их каждый день. Не пропускай видосики. Мы на даче. Всем удачи. Всем удачи. И всем пока-пока. Финальная лужа. Бомба клад. Пипец.